Всем привет, ребят! С вами Любовь и мой мирок Орхидей. Видео сегодня для меня не очень веселое, потому что я вижу, как с каждым днем мой грамматофилум один, их здесь сидит два, если вы помните, вот в этом горшочке, и один как бы чувствует себя нормально, вот этот, но пугает меня только одно, то, что он стоит на месте. Возможно, он спит. Я не знаю. Если кто-то знает, как за ними ухаживать, вы напишите, пожалуйста. Потому что у меня это первая орхидейка, и мы еще не подружились. И вот прям даже и не знаю, подружимся ли. Вот что-то. Ладно, сейчас сниму, ребят, и покажу. Не хочет фокусироваться. Вот такое название. И вот один совсем вот так вот весь молодой рост. Весь стал вот такой. Начал желтеть сначала листочек, который самый последний рос. Потом этот. И вот так вот себя чувствует. Эти бульбочки все сдуваются. Видно, что им не хватает влаги по сравнению со вторым. Второй как бы... Нормальные бульбочки, они не сдуваются более-менее, но все-таки все равно не настолько надутые. Полив у него, он сидит в кокосовых чипсах. Полив у него один раз в неделю хорошим замачиванием был. И в течение недели я его опрыскивала вот здесь вот сверху. Ну, сейчас давайте мы его с вами освободим и пересадим в другую посадку. Не нравится ему это красивое кашпо, я так думаю. Не хочет он в нем расти. Ну, а я не хочу потерять эту орхидею. Поэтому буду пробовать что-то другое. В этой посадке он просидел, наверное, 3 месяца, да? Ребят, напомните, с вами вместе пересаживали, кто внимательно смотрит. Вот, и... Вроде бы ничего не предвещало беды, но вот эти вот желтые листья меня пугают. И сдутые бульбочки вот на этой, у которой желтые листочки. Ну, давайте не будем долго болтать, а будем пересаживать. Дадим другой дом и возможность им все-таки у меня жить. Так, ребят. Вот так поставила свой контейнер, где у меня грунты все, потому что я хочу высыпать все это дело сюда, для того, чтобы освободить, во-первых, его и в дальнейшем использовать эти кока-чипсы. Сейчас мы его расшевелим. Я не помню, если честно, как мы его сажали сюда, вот. Освобождала я его от грунта или нет? Так, вижу, что нет. И внутри все влажно. Сейчас рассмотрим с вами поближе. Ну, видать, влаги все равно не хватало. Корешочки неплохие. Ребят, возможно, он спит, а я тут его тормошу. Ну, уже поздно. Вы мне напишите все-таки, что с ним. Ну. Так, все. А это вязаное кашпо мы кого-нибудь сюда все-таки посадим. Оно не останется без посадки. Так, ребята, что же мы тут с вами видим? Так, старые бульбочки совсем усохли. Удаляем. Я не думаю, что они здесь нужны. И здесь довольно-таки... Все так влажно, я бы вам сказала. Но не настолько. Все-таки не хватало ему влаги
Ну, вот он слегонца влажный. Вот если так щупать его, ну. Но, значит, не хватало. Сейчас мы его с вами очень быстренько пересадим. Ну, вот этот хороший экземпляр. Ну, вот этот мне совсем не нравится. Из-за его вот этой вот сухости. И, наверное, я удалю сейчас эту бульбу, потому что она как-то себя... Так, этот листик удалим, этот желтый удалим и удалим вот эту бульбу. Как-то осторожно это сделаем. Не знаю, как это получится. Уже получилось. Так. Маленько я его все-таки распотрошу. Чуть-чуть. Так. И вот здесь вот мне не нравится то, что он удалился не до конца. Я посмотрю, я понаблюдаю, как и что здесь будет дальше. Возможно, оно просто высохнет, а возможно и нет. Видите, такие прям сморщенные все бульбочки. Так, ребят. Вот этого красавца сухого посадим мы с вами. Ага, сюда-то он и не умещается. Сейчас что-нибудь придумаю другое. Так. Значит, будешь жить тут. Точно. Будет жить в этом горшочке. И засыпаем его опять кока-чипсами. Вниз насыпаем. Так, нет. Высоко получается. Мне хочется его маленько все-таки заглубить. Вместе с его корнями. Чипсов. И дальше мой торф. Пойдет. И опять засыпаем кока-чипсами. Где-то кусочки коры попадаются. Думаю, что не страшно.
прикроем эти корни сверху, которые предыдущие посадки были открыты. Сейчас я их закрою. И вот здесь. Так, давайте посмотрим, что получилось. В принципе, неплохо получилось. Все. Будем наблюдать дальше. Берем наподобие горшочек, ставим нашу орхидейку и опять засыпаем кока-чипсами вниз. И опять насыпаем торф. Лесной. Камушки попадаются, пусть будут. Так, еще чуть-чуть. И сверху засыпаем кока-чипсы. Все, буду наблюдать теперь за ними опять. Возможно, эта посадка им понравится больше, чем предыдущая. Потому что в предыдущей расти они никак не хотели. Сейчас я их сразу залью водичкой. Так, ребят, заливаю. Вот разбавила наши водоросли. И вот так вот прольем все сверху. Блин, постоянно забываю еще, как называется этот новый препарат, представляете? Кто помнит, напишите. Вот так вот продавец орхидеи препаратов не знает названий. Забыла, ребят. Я, если честно, очень подрастроилась, что вот он так себя ведет. Так. Витамар, ребятки, его зовут, этот препарат. Так. Это препарат на натуральных водорослях. Без всякой химии.
И сюда добавим до целенького. И все. Сейчас постоят минут 10, и я солью водичку. Вот так, ребятки, прошло у нас 10, наверное, 15 минут. Торф, как вы видите, который мой, он намокает очень медленно. Наверное, давайте-ка я еще раз пролью. Просто вот так пролью. И все. Так, сейчас сполосну горшочек, ребят. Потому что кокос, чипсы, торф все равно будет высыпаться. Так. И берем вторую. Здесь хорошо намокло все. Здесь мне все нравится. Сбиваем. Сейчас горшочек сполосну. Ну, вот такая быстренькая посадка у нас с вами получилась. А теперь будем наблюдать. Возможно, так им понравится больше. Водичку мы с вами всю слили. И поливать, я думаю, я их буду также один раз в неделю. Все, мои хорошие, всем пока-пока. Не забываем подписываться, ставить лайк, делиться моими видео, нажимать на колокольчик для того, чтобы не пропустить новые. Всем пока-пока.